В рамках 12-го тура футбольной национальной лиги Ярославский Шинник сразится с Саранской Мордовией. Гости явно уступают в черно-синем чемпионате, но игра обещает быть напряженной. Сегодня подопечные Александра Побегалова находятся на 8-м месте турнирной таблицы, а также имеют путевку на следующий раунд Кубка России. Игра пройдет в Ярославле на родном стадионе. Матч в прямом эфире, как всегда, покажет канал 360 Ярославль. Первенство ФНЛ. 12-й тур. 10 сентября в 18:00. Шинник Ярославль, Мордовия, Саранск. Прямая трансляция только на канале 360 Ярославль.